20 февраля 1945 года. В течение 20 февраля на Земландском полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. Несмотря на большие потери, немцы пытались пробиться из Кёнигсберга на запад. На территории Чехословакии, северо-западнее города Лучениц, наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли более 60 населенных пунктов. На северном берегу Дуная, восточнее города Кумарна, советские войска успешно отбили атаки крупных сил пехоты и танков противника. За 20 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 67 самолетов противника.